то, что ты делаешь, кому-то нужно. Вот это самое, наверное, важное. Потому что для творческого человека, конечно, необходимо. Я понимаю, что есть художник, который может писать картины и после смерти стать известным и востребованным, популярным. До этого он с хлеба на воду писал картины, не понимая, кому это нужно. Это, конечно, очень тяжело, наверное, страшно. Так же, как писатель, наверное, может писать в стол, не понимая, нужно это или нет. Артисту, конечно, необходимо признание. Играть в стол он не может. Он сыграть только, может сыграть только в ящик. Когда ты пошутил довольно-таки мрачно. Вот. Он, конечно, должен быть нужен, иначе все бессмысленно.